Москва, ребята, отличное место для фотосессий. Вариантов много, в зависимости от того, какой стиль и атмосферу вы хотите передать на своих фотографиях. Давайте разберем несколько популярных мест у фотографов и туристов для того, чтобы сделать фоточки, сторики или выставить какие-то посты в Инстаграме. Красная площадь и Кремль. Куда ж без них? Это символы Москвы. Их на своих фотографиях можно сделать как узнаваемыми, так и наоборот. Поснимать с необычных ракурсов. Локация банальна, но она поможет определить ваше местоположение, и вы можете поиграться здесь и сделать какие-то творческие классные кадры. Парк Зарядье. Далеко не уходим. Здесь есть красивый вид на Кремль и интересная архитектура. Отличное место для портретов и пейзажей. ГУМ. Интерьер этого магазина поражает своей роскошью и старинным стилем. Не бойтесь туда заходить, если вы не заходили. Здесь проводятся показы мод, различные выставки, периодически заглядывают знаменитости. Кстати, еще одна классная локация для съемки внутри – это ГЭС-2. Открыта относительно недавно, но важно, уточняйте правила фотографирования там, потому что в прошлый раз мне запретили там снимать профессиональной камерой. Короче, на телефон фоткать можно, на профессиональный фотик, если еще какое-то оборудование, там уже отдельная история. Арбат. Этот район идеален для уличной фотографии, в том числе портрет. Старый Арбат. Прекрасен для фотографий в стиле ретро. Но вообще в Москве огромное количество всяких интересных улиц. Московский метрополитен. Некоторые станции – настоящие произведения искусства. Не секрет, да? Но не забудьте проверить все те же правила фотосъемки, потому что сейчас с этим строго. На телефон вам фоткать, скорее всего, никто не запретит, а вот если у вас профоборудование, здесь могут придраться. Виды на город. Воробьевы горы. Отсюда открывается потрясающий вид. Особенно красив в закатное и ночное время. Ну и бонусом, там же вы найдете самый высокий университет в мире. Как вы не знали? Это же МГУ. Одна из 7 сталинских высоток. Сам МГУ также прекрасен. Отличная локация для фото. Патриаршие пруды. Тихий, уютный район. Здесь можно сделать красивые портреты на фоне пруда или зелени, или фасадов зданий. Царицына и Коломенская. Прекрасные парки для натуральных романтических фотосессий. Но дворец в Царицыно вообще прекрасная локация для того, чтобы надеть свой камзол или роскошное свадебное платье и сделать фотки на фоне этого, собственно говоря, дворца. Москва-Сити. Если вам нравится современная архитектура, вы хотите сделать городские снимки, это место идеально подходит для этого. Мосты и набережные. Мост Богдана Хмельницкого. Раз. Крымский мост. Два. Андреевский мост. Три. Отличные места для фотографий на фоне реки и городских пейзажей. Третьяковская галерея. Если вас интересует искусство, можно сделать фотографии на фоне знаменитых произведений. Но опять же, правила съемки в Третьяковке. Проверяйте. Ботанический сад. Отличное место для фотографий с цветами и растениями. Особенно красиво весной. Храм Христа Спасителя. Здесь можно сделать как религиозно-тематические фотографии, так и просто красивые, классные снимки. Останкинская телебашня. Если вы хотите фотографии с видом на всю Москву, это одно из лучших мест. Поднимайтесь на смотровую, но тут возвращаемся к Москва-Сити. Там тоже есть отличные панорамные смотровые. Поднимайтесь вверх. Вид на весь город. Вперед! Фудмаркеты и модные кафе. Для жизненных фотографий можно посетить места типа Даниловского рынка или депо. Приятный бонус – кухни всех народов мира. Голодными во время визита вы не останетесь точно. Конечно, помимо этих мест в Москве множество других интересных локаций. Атмосферные дворики, старинные здания, современные библиотеки и многое-многое другое. Выбор зависит от вашего вкуса и стиля фотографии. Если вы знаете крутые места для съемки в Москве или просто классной туристической прогулки, пожалуйста, делитесь. Я, да и уверен, что зрители этого ролика будем вам очень благодарны. Ребята, по статистике, мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем
выпуске. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. И я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках.